Эта неделя была насыщена зарубежными поездками президента Украины Петра Порошенко и встречами на высоком уровне. В частности, президент побывал с рабочим визитом в США и Брюсселе. На следующей неделе он встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном. Чего ждать от этих встреч, обсудим сегодня с директором Центра исследований международных отношений Николаем Капитоненко. Здравствуй, Николай. Добрый вечер. Итак, сразу же хотелось бы спросить, что объединяет все эти встречи? Я думаю, что объединяет их стремление президента Порошенко убедить наших союзников и в Соединенных Штатах, и в Европе в том, что, с одной стороны, Украина остается приверженной тем принципам, которые зафиксированы в Минских соглашениях, а с другой стороны, будет осуществлять более энергичную политику по реинтеграции временно оккупированной территории. Минфин США расширил санкционный список против России, в то же время введение ограничительных мер зависло на рассмотрении в профильном комитете. В СМИ даже называют, что это дело рук Трампа и что он блокирует и тормозит это введение. Как по-вашему, так это? Не исключено, потому что в Штатах продолжается внутренняя борьба по поводу того, кто в каких объемах и в какие сроки будет накладывать или снимать санкции с России. И вообще этот российский вопрос, он один из самых острых во внутренней политике США. Естественно, что по поводу него разворачивается борьба. Но я думаю, что главное здесь в том, что американский Конгресс пытается каким-то образом наложить рамки на поведение Трампа по этому поводу, оставить последнее слово за собой и дать ему возможность лишь только выбирать степень суровости санкций, а не решать, будут ли они отменены или же останутся. А может тогда администрация ослабить санкции? Теоретически может, но вот как раз сейчас вопрос в том, дадут ли такую возможность им снизить текущий уровень санкций. То есть, в принципе, такое право президента есть. Но в ситуацию, которая сложилась, если учитывать не только происходящее в Украине, но и обвинения, которые связаны с вмешательством россиян в американские выборы, то, конечно, Конгресс не хотел бы, чтобы президент США этим правом мог свободно пользоваться. То есть вопрос в том, насколько он останется свободен в том, чтобы решать, что делать с санкциями. По словам Порошенко, его заверили в том, что администрация президента Дональда Трампа поможет вернуть заложников, которые находятся на Донбассе и в оккупированном Крыму. Это не новость. То есть американцы, так же как и европейцы, всячески способствовали продвижению диалога в том, что хотя бы касается возвращения заложников. А каким образом и они могут помочь? Они могут только лишь оказывать дипломатическое давление на Россию. Они делали это до визита Порошенко в Вашингтон, они будут делать это после этого. То есть каких-то специальных мер, которые бы раньше их не было, и вдруг они возникнут по результатам этого визита, я не думаю, что такое случится. Также Порошенко заявил, что не видит необходимости менять минский формат переговоров по Донбассу. Есть ли вероятность, что к нему могут присоединиться Соединенные Штаты? Я бы оценил такую вероятность как очень низкую, потому что, ну, в силу разных причин. Во-первых, потому что с самого начала американцы не хотели брать на себя формальную ответственность за эти, скорее всего, тупиковые переговоры, которые вряд ли станут площадкой для быстрого решения конфликта. Это просто способ его держать под контролем. Во-вторых, потому что это все-таки проблема европейцев в гораздо большей степени, чем американцев. Ну и в-третьих, нет ничего такого, что изменило бы повестку дня конфликта по сравнению, скажем, с прошлым или позапрошлым годом. Никаких новых предложений, стратегий, альтернатив на столе переговоров не появилось, и поэтому я не думаю, что позиция США изменится. В понедельник состоится встреча Порошенко с французским президентом. Кроме того, должен состояться телефонный разговор в нормандском формате. Как вы думаете, избрание Эммануэля Макрона и, возможно, переизбрание Ангелы Меркель, может это все как-то повлиять на ход событий? Опять же, я не думаю. Как Франция, так и Германия, они находятся в рамках тех, которые наложены на них Европейским Союзом, общей политической ситуацией и их ресурсами. Как-то сильно повлиять на динамику нашего конфликта они не могут. Поэтому, да, им это, по большому счету, наверное, не нужно, потому что и вполне устраивает то, что нынешнее текущее состояние. Конфликт более-менее под контролем, крупномасштабной войны не происходит. А стоит ли ожидать более жесткой позиции? А зачем? То есть, может быть, и можно ожидать более жесткой позиции, но если будут какие-то шаги враждебные со стороны России. На текущий момент европейцам нужно, то есть то, что им нужно, оно и происходит. Им нет необходимости ужесточать свою политику в отношении России, платить за это больше. В каком-то смысле есть смысл для них усиливать давление на нас, чтобы мы продолжали реформы, боролись с коррупцией, превращались в нормальное государство. Но это тоже не новость, потому что этим европейцы занимаются с 2014 года.
Но на вот этих встречах Петр Порошенко согласовывал законопроект реинтеграции Донбасса? Я не думаю, потому что делать это до того, как с этим законопроектом ознакомились внутри Украины, а видели его до его визита очень немного людей и могли оценить это. То есть сначала это должен быть предмет диалога внутри самой Украины, в том числе в парламенте, и потом, наверное, можно его показывать нашим союзникам. Хотя не исключено, что с общими чертами или основными идеями, которые заложены в законопроекте, он ознакомил своих собеседников. Благодарим за беседу. Спасибо, что нашли время. Напомню, у нас в студии был директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.